26 апреля 2016 года в Киеве, возле Национального музея Чернобыля, участники общественного движения «Украинский выбор» провели митинг памяти, посвященный 30-й годовщине трагедии. Сегодня мы чествуем тех людей, которые спасли человечество, спасли Украину, спасли наш город от этой смертельной опасности. Многие из них погибли, их семьи нуждаются в помощи. Многие нуждаются в медицинской помощи на сегодняшний день. И то, что эта катастрофа была 30 лет назад, это не говорит о том, что мы должны забывать этих людей, не поддерживать их материально и списывать в утиль. Так не должно быть. Мы должны помнить своих героев, страна должна помнить своих героев и город Киев чествовать. На сегодняшний день украинский выбор склоняет голову перед павшими. Спустя 30 лет эта крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа является одной из наиболее острых проблем Украины, не позволяющая забывать о судьбах тех, кто отдал здоровье и жизнь, устраняя последствия страшной аварии. День сегодня траурный. В этот день случилась чернобыльская катастрофа, случилась по халатности. Много жертв среди ликвидаторов, много инвалидов. Слава Богу, что мы помним обо всем этом, приходим сюда. Слава Богу, что об этом помнят дети. Мы потеряли тысячи граждан наших. Это как горе и страдания вошли практически в каждый дом нашего народа. И язва эта, чернобыльская зона, вот уже 30 лет она болит на теле нашей страны. Активисты украинского выбора отдали дань уважения всем пострадавшим от аварии на Чернобыльской атомной электростанции и почтили память погибших ликвидаторов последствий катастрофы.